Всем приятной жизни, это Шашлык, и я продолжаю пытаться пройти самую конченную из всех пока на данный момент миссий, которые тут были. В этой игре драйвер Сан-Франциско. Вот. Очень дебильно все сделано. Вот так вот. Очень дебильно. Менты спавнятся из ниоткуда. Их очень много. Ну, короче. Все. Ну вот нахрена? Ну вот как он меня догнал? Вы хотите сказать, что он быстрее, блин, этого Форда GT едет? Нет, типа догнал. Ну вот нафиг они это делают, а? Уход от полиции 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ушел. Все, теперь надо просто доехать к пункту назначения. Не смотрим на карту, просто спокойно едем. Просто спокойно едем, не врезаясь в мусоров. Просто вот еду спокойно. Вот она чуть справа, эта штука, да? Вот, значит, вот здесь уходим направо. Все, едем спокойно. Вообще спокойней. Тише воды, ниже травы. А то я впилился в мента. Так, теперь мне надо, я так понимаю, вот сюда. На карту нафиг смотреть. Вот еду как по приборам, да? Вот как едется, так и еду. Так, теперь сюда. Ну, правильно, расстояние сокращается, все нормально. 200 метров. Так, ага, вот. Теперь вот тут вот надо повернуть. И все, приехали, блин. Делов-то. Фух. Так, доступно киносостязание, хоть выполнение. Так, отлично. У нас уже он 120 тысяч. Мы купили за 150, а у нас уже 120. Мы два таких можем купить. Так. А, прикольно. Можно давить форсаж и при этом не газуя. Так, ладно, давайте пройдем вот эту гонку. Первые два места в команде — это всегда интересно, потому что можно с помощью встречек долбить врагов. Мне это всегда нравится. Вот. Так, так что вы, ребят, а на чем, кстати, едем? О, на Фордах GT, кстати, едем. А эти на Dodge Viper'ах. Они, кстати, покруче наших. А, хотя нет, максимальная скорость у нас круче. Ладно, неважно, кто круче, кто не круче. В любом случае, мы вселяемся в... сори. Мимо. Тут, наверное, вид поменять, чтобы мне лучше... Мне нужен жирный страховой куш, чтобы уйти на пенсию. Блин, своего долбанул. Вот это нормально. Да что за машины, которые неповоротливые такие мне выдаются? Просто редкостное говнецо выдают. Угу. Обогнал, блин. Так, один готов. Второго можно попробовать. Да не, говно. Вот этой можно попробовать. Да что ж ты такой этот? Вюрткий. Слушай, я сейчас отключу счетчик. Так, ну немножко уже зацепилось, нормально. Вот не надо только врезаться, блин. На, зараза, есть. Так, два гонщика впереди мои, да? Мимо. Дерьмо машина. Вот это нормально. Прикатили ему пожарочку.
Это тоже ничего так. Вообще хорошо. Куда, я так понимаю, сюда, да, сейчас? Блин, за малым мог попасть на самом деле. Мир. Да ёшкин! Сильно. Блин, не в ту сторону. Не, я попаду последний, финальный раз или нет? О, может, курой? Не, ну за малым он вообще четко пролетел. Ну, прям тут претензий даже нет. Едят они очень... Блин, теперь я не туда. Да так, ладно. Ну все, чувак, от этой ты не уйдешь. Лё, он еще живой, что ли? Красава. Так, тут я так понимаю, сюда, да? Или куда? Нет, он едет сюда. Пора поддать газ. Сорян. В этом городе никто не умеет водить. Иди сюда, родимый. Все. Остальные гонщики выбили. Отлично. 25 тысяч есть. Так, поехали дальше. Поехали дальше. О, вайпер этот открылся. Ну, нормально, чё. Только он на самом деле такой себе. Так, а что вот это... Это разрушение? Нет, это меня не интересует. Давайте лучше еще гонку одну такую с изобретем. Первую или вторым? Первым или вторым. Так, поехали. Воспроизведение. Только не говорите, что мне по бездорожью надо теперь ехать... время. Блин, да ну нафиг, серьезно. Еще 6 отсечек таких. Нет, серьезно, вы меня пускаете по бездорожью. Ну тут тогда надо вот такой вид ставить. Тарти. Нет, на дорогу выезжаем. Так, все, раз мы выехали на дорогу, тут я знаю, как действовать. Давайте грузовичок прихватим. Так, приятель, работаем. Получилось с грузовичком. Это я в кого? В себя, что ли? А, нет, во врага. Так, ну, тут уже вид надо менять, потому что я так не попаду, так же. Есть. Ну, правда, там и в себя я долбанул, но... Главное, врага. На, зараза. Отлично, есть. Джерри. Ты проезжай. Так, мой уже на первом месте, да? Вот же говнюк. О, бензовозка. Есть! Откинули его. Замечательно. На тебе еще лобовушку. Ну, почти зацепил. Тот врезался. Так, мой прет четко. Блин, этот чувак... Какой уходит такой юркий. А, нам вообще сюда теперь.
То есть он решил еще и срезать? Серьезно? Ну, сейчас ты отсюда никуда не... А, он по дороге едет. Нет, то по дороге вообще какой-то другой едет. Так, где они едут? А куда нам вообще в итоге? Ой, а куда едет мой чувачок? Ты куда вообще едешь? Ты какого хрена туда едешь? Тарнер, ты что за хрень упорол? Да ну нафиг. Тарнер, мне если сейчас проиграешь эту гонку, я тебя нафиг проиграю. Да ну, блин, тупая. Куда он поворачивает тут сюда? Да как? Блин, Тарнер едет вообще... Ну как? Автопилот не работает. Ну как так? Блин, да ну ты задолбал. Просто я в тебя попасть не могу. На, скотина. О, автобус. Есть, один вышел из гонки. Зараза. Так, ну еще 4 этих. Да, Тарнер, конечно, маршрутик выбрал. На, зараза. Так, все, Тарнер снова первый. Че тебя добить, уродец. Куда дальше-то? Ну, походу, сюда они поедут. Берем тогда таксу. Ой, я не заметил этого чувака. О, пожарочка. На, четко. Четко снесли его. И теперь садимся в эту тачелу и добиваем, добиваем. На. Есть. Так, остался один. Остался один. Блин, да ты хитрый. О, нет, мам. Вот же зараза, а. Вот же зараза, а. Так, а он куда поедет-то? Ну, видимо, сюда. Все, пиндык тебе. Есть. Остальные гонщики выбыли. Мы им в этом помогли. И это победа. Да, ну маршрут он гениальный там проложил. Я прям вообще в шоке. Скироко Air можно купить. Так, но меня это не интересует. Чё вот это за штучка? Прыжок на 300 метров. А, за 60 секунд. Но это надо найти этот. Такую улочку, где куча. Так, уничтожение меня не интересует. И все, что ли, получается? А, ну вот тут еще какие-то точки есть. Уничтожьте не менее 60 объектов за 60 секунд. О, 305 километров в час. А можно, на самом деле. Я на этом Форде, я думаю, столько сделаю. Воспроизведение. Ладно, сейчас... пройдем. А, и вид от первого лица нам еще нужен. Ну, нормально. 100, 200, 300. Да, конечно, если бы это было так. Блин, там было, кстати, 290 с чем-то. И мы вот убились, убрались. Реально, практически достиг я этой скорости. Так, 215, 220, так, ну давайте. 305 есть. Но она быстро набирает, это вообще изи. Это вообще изи. Так, что вот это такое?
Адреналин 2. О, пульс 180 ударов. Вот это мне больше нравится. Давайте, поехали. Адреналинчика подбавим. Так, ну я, пожалуй... Так, сколько? 85, 93. Скорость 111 уже, 110. 109. Так, 166, да? Блин, ну он резко падает. То 62, ну давай уже, блин. Вот если б не вот такие вот места. А, у меня 20 секунд, кстати, у меня. О, прыжок, это ж по-любому будет. А чё, типа, это не зачлось? Дрифт. То 64. Не, я сейчас еще раз попробую. Это лажа. Это лажа, что не зачлось. Обгоняйте по встречке. Ну, короче, понятно. Так, сейчас еще разок попробуем. Какой-то там невозмутимый хрен с нами сидит. Прыгайте. А что-то прыжки-то нифига не засчитали. Поехали. Да не, нафиг по встречке, можно и по своей полосе. Во, нормально. Сколько там я не вижу, но слышу поэтому, что уже много. Блин! Сколько? 159, ну твою мать! 165, да давай же! 169. 172. Есть! Нужный пульс достигнут, замечательно. О, уже опять 200 штук. Супер! Супер, 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 супер! Так, что нам дадут-то за этот бонус? Корвет какой-то. Это вообще лажа какая-то. Так, ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.